привет. О-о, подождите. Привет, хорошо, начинаем. Хай, как дела? Ребята, у вас сегодня хороший день? Вы уже съели шоколад? Съели ваш шоколад? И ваши кексы? И ваши фруктовые пироги? И ваши пироги? Нет? Некоторые говорят, нет, это нормально. Я тоже жду до завтра. Завтра... Вау. Да, животные, завтра будет так много остатков шоколада, и люди больше не захотят его, потому что они все розовые, и это День Святого Валентина, но это будет уже не День Святого Валентина. И тогда придет наше время, и мы заберем все. О, мой питомец. Я не знаю, как нарисовать это, но у нее есть корзинка. Корзина, в ней должны быть все ее игрушки. Игрушки, они... везде. Стоп, почему вам не видно? Я просто очень быстро нарисую игрушки. Все соки из этих игрушек вытекают. Но раньше было вот так. Задница была в воздухе, и потом ее хвост. Она выглядела очень-очень мило. Супер мило, я даже не могу полностью запечатлеть, как это было мило, но вроде близко.